Вильярреал, Манчестер Юнайтед, Лига Европейский, финал в Тирасполе. Да, мы не ошиблись. Заинтриговали? Сейчас расскажем все подробности. Футбольные фанаты, визуализируем вечер на открытом воздухе, финал Лиги Европы на большом экране. От мечты до реальности всего один день. Открытый футбольный показ предлагает Lions Arena. Наверное, мечта каждого человека, который имеет какое-то отношение к футболу, попасть на такой крупный европейский турнир, как финал Лиги Европы УЕФА. В самой Европе будут зрители, и мы решили, почему не попытаться, не воссоздать атмосферу, настоящую футбольную. Из чего же состоит футбольная атмосфера? Открытый воздух, зрители на трибунах, акустика и, собственно, игровое поле. В нашем случае вот такой экран с прямой трансляцией из польского Гданьска. То, что это самый большой уличный экран в стране, мы докажем наглядно. Вот мой рост 167 сантиметров, и посмотрите, как это выглядит на общем плане, весьма внушительно. В таком формате ни один яркий момент не останется без внимания. Так же самое, как и Лига Европы, мы сможем принять только 30% от вместимости трибун. Для того, чтобы была соблюдена необходимая дистанция на посадочных местах, и эта цифра составляет всего около 150-170 человек. Завтра в 22:00 Вильярреал против Манчестера Юнайтед в лайв-режиме. Билеты можно приобрести на месте, онлайн на сайте biletpmr.com и в платежных терминалах Агропромбанка. Приходите и насладитесь ярким футбольным финалом.